Вашему вниманию представляем модель HPI Spring 2 в официально лицензированном кузове Ford Mustang 1969 года. Данная модель имеет двухременную трансмиссию, коллекторный мотор на 15 витков, влагозащищенный регулятор, который поддерживает литий-полимерные аккумуляторы, плюс влагозащищенный сервопривод с усилием 4,6 кг на квадратный сантиметр. А также приемник у спринта идет в влагозащищенном корпусе. Модель комплектуется двумя комплектами резины, мягкой и жесткой для дрифта. Также у модели идет в комплекте аппаратура на 2,4 ГГц, которая питается от 4 батареек, которые не идут в комплекте. Также у модельки не идут в комплекте аккумулятор и зарядное устройство, что советуем докупить. We'll be right back.